Ну-ка. Одно спасение, что письма писал. А без писем я с ума сходила. Лягу, так не засну, бывает, целую ночь. Часто писала. Часто писала. Тогда мы договорились, что два раза в неделю будете писать. Але не выдержала все, что я каждый день компьютером не руковожу, звоню. Приятно почути голос у телефона его. И он звонит. Як? У тебе добре, у мене добре, детка. И у мене, синочек, все добре. Сейчас, занялись чем? Вот сейчас освободиться, сделают этот прибор CO2, который макштаковский. Пока лунка не замерзла, скажу, на какой глубине был и где фал? Прибор, который измеряет множество параметров. Измеритель температуры, солености, CO2 еще. Некоторых параметров. Сейчас поедем всех отбирать. Я як погляджу на його на фотокартиці, я тоді хуже переживаю, чим я ліпше б не бачила. Замерзший і вещи, борода, а шапка піднята, аж туди мороз. Ой, страшно. Я як погляджу на його на фотокартиці, я тоді хуже переживаю, чим я ліпше б не бачила його. Страшно. Хотя, как он более не задумал ехать, при том с такими ногами. Але виду не укажете. Вот характер.